Вид, конечно, отличный. Конечно, вниз-то песни поются, а вверх не очень. Девушка с серпом идет, наверное, за урожаем. А нет, она его точить пошла об камни. Ух ты! Эйнштейн что-то тут делает. We have to go up empty stomach. Не наедаться. Мы должны вверх на голодный желудок идти. Поэтому не смотри. Не смотри на кафешки. Красивая бабочка, говорит, такая. Иди сюда. Вау, big. Ой-ой-ой, heavy lunch. У нее уже ланч, да. Ланч. Free, no need to pay. За бесплатно, говорит, не надо платить. Я хотела снять ее, она на большую камеру. Она улетела. Она просто подошла ко мне. Ты такая умница. Спасибо тебе за фотосессию. Такой уютный гестхаус. Ой, а там еще одна бабочка. Я пошла, папа. Yeah. Пойдем в дом. А это что? Конский щавель, что ли? Здесь везде на пути скамеечки. Можно передохнуть. Саша спросил у байкера. Рикши-то сюда приезжают, он говорит, они только там, наверху. И у нас нет другого выхода, кроме как принять и радоваться жизни. Indian Cooking Class в Испаре. У нас же есть зрительница Пари Мухаммади. Я сегодня ей только что привет передавала и комментарий написала на ее канале. Вот, и написала, что Пари, вы тоже блогер. Потому что она что-то написала, что она не блогер. Говорю, вы тоже блогер. И вот, Пари, вам привет от индийской Пари. Ой, как Чебурашка говорил. Гена, давай я возьму покупки, а ты возьмешь меня, понесешь. Happiness курс. Ой, курс счастья. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. А вон там дом на горе. Туда-то они как, интересно. Или туда ходят машины. Или тоже вот так пешком. Я их приближу. Я вижу там вот на полпути внизу машину. Видимо, какой-то есть туда серпантин. Что там? Ругаются что-то? Слышу, Саша уже рулит. Мама дорогая, машина хочет развернуться. И довольно-таки
опасных краю она. Я боюсь, I'm afraid. Пусть она развернется. Мне иногда снились безысходные сны. Как будто бы вот мчится, падает машина, а тебе некуда бежать. Ну вот же рикша куда-то же едет в ту сторону. Манго-кафе. Спасибо. Thank you. 150 стоит. 200 просил вначале. Потом оказалось, что 150. Ничего, если вы попадете в кадр? Нет, ничего страшного. Ничего страшного? Не за ютуба. Наши новые знакомые сейчас вместе подъехали на такси. Нина йогой занимается и Игорь. Сейчас мне очень интересно рассказывал про випассану. Про опыт его випассаны. Я заслушалась. Нина, а вы не проходили випассану? Нет, никогда. Но зато йогой занимается. Не собираетесь? Пока нет, только когда скажешь. Пожалуйста. Ой, ну за знакомство очень популярный ресторан и очень много монахов. И я все время задаюсь вопросом. Вот мне кажется, у наших же give me five говорит. У наших же нету такой вот свободы. Нет, мы внизу живем. Пошлите сюда вниз. Ну давай поздороваемся. Let's shake. Убежал. У наших же христианских монахов нет такой свободы, чтобы ходить по кафе, пить кока-колу. Мне кажется. Ой, все это очень интересно. А здесь во всех кафе их так много. Очень Нина хочет с монахами пообщаться, но стесняется. Но нашего тоже сейчас нет монаха. Ты видишь обезьян? Убежал. Там also one more. He want to visit her. Он хочет... И вон еще one more. Ой, вот если днем решим подремать, то обязательно надо закрывать дверь. Потому что вот у них такие вот обходы. Ой! Да. Ой-ой. Всей толпой. Ой-ой. Вот это вот самое недружелюбное. Заглянул, сейчас полезет в бачок. Полез. Короче, этот дизайн обезьян самый недружелюбный. Вот. Не то, что компания недружелюбная.
термос, друзья, мне этот очень понравился. Вот я сейчас заварила чай, даже не сейчас, а может быть где-то час назад. Я даже его крышечкой не закрывала. Вот, и он такой, он сейчас такой горячий еще, обжигающий даже. Очень хорошо держит тепло. И опять же, с вечера тоже наливаю себе горячей воды. Утром просыпаюсь, и уже можно просто попить горячей воды. Пока еще я там раскачаю чайник нагреть. Ой, сколько тут у нас воробьев-то. Ого, такие маленькие воробьишки. Саши говорит, что мое полотенце улетело. А где оно? Он, видимо, видел. Он тут сидит вот все утро на своем любимом диванчике. Поел. О, а, вот оно где. Поел вишенку. Слушайте, ну у нас и пожар. Вот он передвигается. И, кстати, он не только здесь. Еще дальше, за другой горой. Я думала, совсем упала на землю. А оно упало на минус первый этаж. Спасибо, папа, молодец. Thank you. Thank you. Да, конечно, да. И идет такой. Лучше, говорит, спрячь снаружи, внутри. Давай. А, здесь тут лип.